это ямки, блин. И ПВО что-то раз... А, у меня штамм этот был, как его. Триггер. Ну, короче. Сейчас я посмотрю. Подожди, сейчас я посмотрю настройки управления. У меня что-то тут. Да? О. Блин, погоди. Постой, стой, стой. Да мне надо, блин, тут двигатель, тягу настроить, блин. О, боже мой. А где тут? Что-то я тягу не могу найти. Во всех? Осевые команды. А, вот оно, да, тяга. Ого. А что такое? Не могу поехать это. А, тормоз, блин. Хоть поехали, опять прорыв. А я его удалил, нафиг он нужен? Я не буду больше, мне он не интересен. Тем более, видишь, этот мод, он недоработанный, а хозяин этого мода, он умер. Вот, и никто им уже не занимается. Понимаешь? На какой? На дальше тогда?
Вот сейчас поворачивать уже, да, вот это. Тормоза хорошие какие. Сейчас ты меня нормально слышишь? Да. Хорошо. Чего остановился-то? Да блин. Все, я вырулил. Закрылки надо. Все, попробуем. Ну, форсаж сразу выводи, а то не взлетишь. Пошел. Хорошо, пошел. Я отрываюсь. Да что мне? Его болтает и мотает, это да. Ты сразу лучше газ убираешь. На форсаже не надо. Не убираю. А, тут есть фишка. Защелку надо снять с ручки. Она на стопоре. Смотри. Под ручкой, которая фиксирует фонарь кабины, там еще там ручка уборки шасси. Ты сейчас в полете не сможешь это, наверное, сделать. О, блин. Тут такая вот есть, да, заковыка. Тут и ручка газа на стопоре стоит изначально, и уборка шасси. Тут сейчас мышкой тыкать надо, у тебя, наверное, не получится в полете это сделать. Какая-то есть кнопка, наверное, убирающая этот стопор. Сейчас я гляну, может, успею. Не.
Не успеваю, меня к земле сразу валить начинает, как только в меню залезаю. О, я сейчас грохнусь. Все, я разбился. Сейчас заодно пока я гляну тогда. У меня завис вообще. Ладно, у меня тоже не это. Не, не убирается. А, все. А у меня оба порваны. Они не закрываются. Ну, да, но они не убираются. По новой надо. У меня висят какие-то баки, что ли, бомбы висят, а ты пустой. Погоди, я покину, я сейчас выйду. Ну, выходи в меню. Блин, сервер ты зачем остановил? Фу, блин. Да у меня тут все виснет, капец. Ты занял? Ты же 25 занял. А я пешку занимаю. Ты паузу отжать не забудь, как появишься. Угу. Появился, я вижу. Так, сейчас опять позади настроить. Ты меня видишь? А, ну да. Да. Командир, оружие подвешено. Можем взлетать с твоего конца.
На Граче я вообще могу с рулежки взлететь. Загорелось. Ничего, сейчас. Запускаюсь. Что-то я разогнался. Не запускается? Угу. Ручка газа убрана в ноль. Питание есть? Да. Вот если ручка газа не в нуле, он не запустится. Ну да, раз оно включено, значит питание есть. А ты пустой, кстати. Да. Все на подвесках ноль, ничего нет. Поэтому прежде чем двигатель запускать, ты лучше перезарядись. Потому что наземка тебя не будет перезаряжать, если у тебя двигатель работает. Тебе, наверное, тогда лучше эти фантасмагории с ПРРами заряжать. Да я взял. А где это? Ракеты тут только такие. А нету. Ты это, 2x58 и 2, сколько сможешь, эти, МПУ. И МПУ еще вешаем на соседней подвеске. Это тоже ПРР, они чуть просто у них дальность поменьше, а так они нормальные. Тоже ПРР, они чуть просто у них дальность поменьше, а так они нормальные.
Сейчас, погоди. Пошла перезарядка. Да, начал тебя перезаряжать. Все пошло потихоньку. Так ты думаешь, это из-за бисов, да? 1-0-3. Запуск запрещаю. Сейчас же видишь, проблем вроде никаких нет. Потому что 25Т он же не кликабельный, он попроще. Возможно, этим более сложным это... модулем. Че? Не запускаешься? У меня отключился. Нет, ты запускаешься. Не-не-не, у меня один двигатель не запущен. Тогда а ты его как запускаешь? Shift Home? Угу. Shift Home, Alt Home. Нет, просто Shift Home, никаких альтов не надо. Вот если ты Alt Home нажимаешь, у тебя левый запускается, правый надо по Ctrl Home запускать. А если нажимаешь Shift, то запускаются сразу оба. Вот опять ты сделал какую-то с подвесками фигню. Ты на один борт подвесил нары, а на другой нет. На один борт подвесил бомбу, они у тебя перепутаны как-то. Да нормально. Надо подвесить. Симметрично вешать, а ты их повесил как-то. Тебя будет на один борт кренить. Shift Home, да? Это сразу оба. А теперь уж тебе надо... этот правый Ctrl Home делать. Потому что с тебя левый работает. Не, у меня газ убери в ноль, выпускаешься, я слышу. Не, ну да. У меня Alt Home запускаю. Alt Home ты левый запускаешь. Ctrl Home запускаешь правый. Так у меня Ctrl Home горит. Какая из запущенных табличек горит? Левая или правая? Левая. Ну вот теперь Ctrl Home нажми, запустишь правый двигатель. Ну. Нифига. А вот Alt Home нажимаю, он у меня загорается. Загорается что? Правый двигатель. А левый? Горит. Бред какой-то. Это бред какой-то, блин. И через секунду правый двигатель... У тебя ручка газа не убрана. Убрано все в ноль. Так, Shift N нажми, у тебя все остановиться должно. Оба двигателя. Так. Это блин, сейчас. У тебя вот сейчас левый двигатель останавливается, правый раскручен. У меня они вообще не отключаются.
Так. Судя по внешней картинке, у тебя левый как-то замедленно крутится, вроде останавливается, а правый вовсю работает. Ну, глюки какие-то, короче. Что-то неправильно у тебя в настройках. Так. Ну что, у тебя там что-нибудь видно? Ну, просто какой результат? Потому что у тебя так все еще не остановились, ни тот, ни другой. Не, у меня все молчит, как настройка управления, погоди. Так, рут. Рут. Рут-то тебе зачем? 1-0-3, Краснодар. Запуск разрешаю. Настройка управления тебе надо смотреть, это в системах, по-моему. Система, так. Вот, двигатель левый, двигатель правый. Вот, я нашел, смотри, двигатель запуск. Двигатель запуск. Это правый shift home. Так. Ага. Двигатель остановка. Shift end. Сейчас я сделаю. У меня вот твои двигатели работают. Я шум слышу, хотя левый практически встал. Так, шестым. А. Да что такое? Левый двигатель у тебя фактически встал, правый останавливается. А, не работает. Ну хочешь, перезайми борт заново. Попробуй. Только не сервер останавливай, а брифинг, выйди, выбор роли. Не брифинг, а именно выбор роли. Выбор роли. Вот, все, ты вышел. Ну, так. Проявился ты, да. Перезаряжай, это Shift L и перезаряжайся. Ага. Так, погоди. Наверное, так. Перезарядка. А, во, у меня тут все появилось. Что это? Я наверное, не в тот заходил. Где? Что появилось-то, я не понял. У меня тут и были ракеты все, понимаешь? Это я не... Я зашел в самолет твоего друга. Вот сейчас у тебя... У меня все пошло работать. Сейчас у тебя эти... Два бака висят. Судя по всему, 2.58 и 2 бомбы. Все правильно. Тебе 2.58 не хватит. Вместо двух баков я бы рекомендовал еще две ракеты повесить. Ну, тоже запускаешься, ладно. Все равно я попытаюсь кого-нибудь из этого ПВО нарами забить. Но, правда, мне придется низенько-низенько проходить над землей. Хотя и там могут сбить. О, блин, а у меня запускает второй. У тебя опять правый запустился. Сейчас запускается левый. Пошло. Чего ты их по порознь-то запускаешь?
Все, поехали, слава тебе, Господи. Не больно-то и хотелось. 1-0-2. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300. По давлению 7-5-7.1-2. 1-0-1. Взлет запрещаю. Ну я сейчас, я быстрее, чем ты. Я сейчас взлечу и сам своим ходом пойду. То есть не буду тебя ждать. Давай, взлетай. Пошел. Я за тобой. Да ё-моё, блин. Рыбанулся. Ты взлетел, я разбился. Тебя просто вынесло или лагануло что-нибудь? Он какой бы ни был простой, все равно бывает на разбеге там болтает его. Ладно, я пойду. Смотрю, что я могу со своим оружием сделать-то. Блин, а я разбился, нафиг. Ну смотри, там... Ну-ка. Да, там у тебя понапихано. Я, конечно, не смогу их издалека вальнуть. Мне сначала бы увидеть. Есть шанс низко-низко по земле пройти и нарами по ним жахнуть. Было у меня такое. Но то было, правда, в горах, и там выходил по ущелью, прям выскакивал перед самым Тором. С испугу, когда я его увидел, в него шарахнул все, что было. И уничтожил. Да у меня двигатели вообще не запускаются. Ручка газа. Да убрал я в ноль.
Почему ты их порознь-то как-то запускаешь? Теперь их надо Shift-Home-ом запускать. Он загорелся вообще. О, это что за бред? Чего загорелся-то? Все нормально. О, пошла береза облучаться. У меня они вообще загорелись. А на внешнем виде нет у тебя ничего. Ручки. Смотри на меня, у меня вообще движки горят. У меня нет, я смотрю на тебя, ты стоишь просто и все. Никакого горения не наблюдаю. Оп, я уже в захвате. А еще и цели. О, по мне уже пуск. Ага, вон они где сидят. Так, ну ладно. От ракеты-то я ушел. Хрен ли я теперь их достану. Похоже, придется действительно нарами мочить. Или прям по земле пройти. Я вообще не могу роль сменить. Странно. У меня горят двигатели оба. Хотя я лечу еще все. Но у меня уже... Авионику выбило все. О, да ты весь. Ну лечу при этом. Просто ракета рванула не в меня попала, а рванула рядом. Ну, в общем, я смысл понял. Так. Это еще одна ракета из Тора идет по мне. Да и не одна, слушай. Вот теперь они в меня попали. О, попали. Да, мне их не достать, пока Тор на месте. Заряжу этими ПРР. Короче, я выхожу, у меня вообще тут не получается ничего. Пока что я разберусь потом. Ты не можешь роль выбрать, что ли? Угу. Прикольно. Выбор роли. Перезарядка по плану. Странно, на твоем же компе, на твоем же сервере ты не можешь. А выйди сначала. А я знаю, почему ты не можешь. То, что ты горишь. Смотри. Вернись сначала к наблюдателям. А потом снова зайди в этот борт. Вот. Ага. Вот, он сейчас исчез. Теперь ты сможешь в него зайти. Вот. Командир. Так, блин. Нет, все зависло. У меня вообще все зависло. Сейчас отвиснет. А ты что пытался сделать? Угу. А что ты пытался сделать, когда зависло? Слышишь ты меня, нет? Походу, я не слышу тоже. Какие-то глюки опять начались.
Почему? Не-не-не-не. Вот у меня по... Так. Ну и какие там у тебя глюки? Нет, сейчас убрались. Так, пошли, пошел. Пошел, пошел. Опять не работает двигатель. Да ёптанский бог. Причем все же было нормально. Было, да. А ты их как запускаешь? Вместе шифты. Угу. И Все не включаются. внедрено, да. Двигатель в ноль. Пошли. 7,1,2. Опускаются. Что за глюки, блин? Капец. Это ж с новым обновлением уже. Джойстик, блин, как-то в этот... Ой, надо выходить, короче. Да, я, наверное, выйду.